Вот получила посылку от Павла. Я сама с Ростовской области, с Алтая, пришло меньше, чем за неделю. Посылка очень хорошо упакована. Сейчас мы ее вскроем. Я заказывала чагу, а также мумиё и струю бобра. Заказываю у Павла уже не в первый раз. Смотрите, здесь еще даже защитный слой. Упаковано, конечно, очень хорошо. Так как в стекле, чтобы ничего не повредилось. Заказывала мужу. Муж доволен. Решили теперь заказать больше, чтобы проверить уже вот так упаковано. Это, я так понимаю, струя бобра будет. Ну да, упаковано, так сразу и не вскроешь. Павел постарался упаковать. За что ему спасибо, потому что все равно почта, я уже сталкивалась, посылки доставляет, бывает, с этим, но тут явно ничего не повредится. Вот она, да, это у нас струя бобра. Есть. Вот здесь у нас это значит будет чага. Кстати, очень хорошо, что Павел еще и рассказывает все, как принимать. Это упаковано очень хорошо. Так, угу. Вот она, чага. Ну, и здесь у нас мумиё. Павел, вы стараетесь упаковать, это точно. Так легко сразу даже не вскроешь. Очень тщательно, да, вот. И вот оно, мумиё. Вот чага, мумиё и струя бобра. Все, спасибо большое.